Здравствуйте. Мы выбрались наконец-то из города. Нас немножечко послабление вышло. Разрешили по области кататься. Сегодня такой хороший день, но правда прохладный. Я знаю, что во многих странах было похолодание, но это у нас тоже. Мы еще в куртках. Но сегодня обещали плюс 20. Такая красивая природа. Только-только все просыпается. И в этом году с большой задержкой, кстати, просыпается. Ну, очень красиво. Мы в Айокамбо. Этот аромат. Боже, 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 как красиво. Так красиво, да. Это так называемые красные воды. Здесь воды с большим содержанием железа, минеральные, я имею в виду, источники. И вода такого бурого цвета. У нас еще ничего тут не убиралось. Я не знаю, вообще будут в этом году что-нибудь чистить. Ну, вот такая вот оценка. Здесь и горы, и море. Стомио, или старое название Цагизи. Очень-очень тут красиво. Кстати, у меня тут родственники живут. В детстве мы сюда приезжали. В моем детстве. Перешли речку, очень красиво здесь, но и сейчас довольно-таки много мусора. Давно никто тут не убирал ничего, а вот эту сосну я помню, там дом стоит, очень красиво, всегда хотела там жить. Его
И здесь мы находимся в месте, которое называется Айя Параскеви. Айя Параскеви, Святая Прасковья. Прасковья, Параскеви, это тоже пятница. По-гречески. Святая Прасковья. Такая красота. Просто неимоверная. Такой вот мост с переходом через реку. Красота здесь просто неимоверная. И спокойствие. Просто полнейший релакс. Не знаю, закончим мы здесь наше видео или продолжим еще, но на такой красоте вот и хочется остановиться. А горы тут невозможно высокие. Это тоже Олимп.